Могу я задать вопрос? Когда ты в последний раз занимался чем-то для себя без детей? О, нет, на прошлой неделе у меня была маммография. Прошло 6 лет с тех пор, как мы усыновили наших двоих детей, и родительство не стало проще. У твоего отца было что-то в глазу. Хорошо, так, Тайлер, он нормально себя чувствует. Его никогда не выбирают. Собираюсь стартовать с футбольной команды для Тайлера и для всех детей, не подходящих в другие команды. Я теряюсь, когда люди встают мне на пути. Отмечено. А что с принцессой? Она последнее время кажется немного неуклюжей. Ты играл с термостатом? Ты понял меня? Иногда у меня бывают гости. Мы просто не можем оторваться от термостата. Хорошо, что они проявляют интерес. Если тебе нужно с кем-то поговорить, у меня есть забывчивость и немного друзей. Моя мама ушла, когда мне было 5. Я хочу ее просто найти. Почему сейчас, после столько времени? У меня есть вещи, которые я хочу спросить у нее. Если бы я могла взять тебя за руку и поговорить с тобой, принцесса, я бы это сделала. Все в жизни гораздо труднее, чем это выглядит по телевизору. Понимай, жизнь не всегда бывает справедливой. Но мы можем преодолеть все вместе, если просто будем разговаривать. О, если Карен позвонит, я не буду с ней говорить. И ты тоже. В этом и суть. Да. Именно так.